В Доме молодежи прошел фестиваль детских и молодежных общественных объединений Амурского района. Об этом смотрите далее. Программа фестиваля была очень насыщенной и интересной. Он проводится с целью развития лидерских качеств, знакомства и сплочения детских и молодежных общественных объединений Амурского района. Первым и одним из самых важных этапов программы являлось визит-шоу «Я в моменте», в котором каждое объединение рассказало о своей деятельности и презентовало его в творческой форме. Видеоролики, сценки, зажигательные танцы – все это разворачивалось на сцене Дома молодежи. Далее всех участников ждало множество спортивных игр на командообразование и интеллектуальная игра «Ясень-пень». Для чего мы принимаем участие? Для того, чтобы дети могли себя показать, во-первых, то есть в общественности, познакомиться с другими детьми, с другими общественными объединениями, себя показать, что-то у других посмотреть, узнать. Здесь собрано очень много команд, которые я многие знаю, многих людей. Вот, очень интересно поучаствовать в таком мероприятии, посоревноваться с другими командами нашей, с общими интересами, волонтерскими работами. Вот. Мы участвуем третий год с командой. Вот. Что вы там нового знаете? Что вообще расскажите? Ну, каждый год становится больше команд, которые участвуют, и с каждым годом становится все интереснее. И мы больше стремимся к победе. Организатором фестиваля является Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Амурского района. Сегодня проходит спортивный фестиваль детских и молодежных общественных объединений Амурского муниципального района. В нашем фестивале участвует 17 объединений из города Амурска, из Эльбана, Тесина, поселка Известковый. Программа фестиваля такова. Это сначала визит-шоу, где визит-шоу в этом году называется «Я в моменте». Затем настольные игры спортивные, где каждая команда зарабатывает жетоны. Далее будет интеллектуальная развлекательная игра «Ясень-пень», тоже командная игра. И заканчиваем подведением итогов. Победитель в спортивных играх на командообразование стала «Вертушка». Студия школьных новостей «Скул ТВ» школы номер 9 города Амурска. Руководитель Анастасия Бояркина. Лидером в интеллектуально-развлекательной игре «Ясень-пень» местное отделение волонтеры-медики «Натуралист». Руководитель Ольга Соболева. Ну а победу в конкурсе среди комментариев «Расскажи о своем объединении» одержали Люси Мин Анастасия и военно-патриотическое объединение «Вега», руководитель Вячеслав Волощук. Расходы, связанные с организацией фестиваля, осуществляются за счет средств программы развития молодежной политики Амурского района. Команды, которые приняли участие в фестивале детских и молодежных общественных объединений, наградили дипломами участников и сертификатами в кафе «Мармелад». Дарья Пушкарева, Игорь Демьяненко, Максим Козырев, телеканал «Амурск».